за каждую жизнь, отданную в годы Великой Отечественной войны. Ульяновские энергетики высадили больше 3000 саженцев молодой сосны и тем самым присоединились к патриотической акции. Сад памяти разместился на просторах лесничества в Сенгилеевском районе. Здесь уже крепнут молодые деревья, которые специалисты компании «Т-Плюс» посадили годом ранее. За это время побеги прибавили высоту около 30-40 сантиметров. Динамичный рост, заслуга и правильного ухода. Сотрудники компании охотно присоединились к этой акции. Мы не просто высаживаем саженцы, мы еще участвуем в прополке вновь посаженных саженцев, чтобы они наверняка прижились и восстанавливали леса России и Сенгилеевского лесничества в частности. Ветреная погода боевому настрою не помеха. В этот раз к высадке присоединились 50 энергетиков. Специалисты взялись за лопаты, дружно разобрали саженцы, определили линии для молодой лесопосадки. Долгие годы эта территория пустовала, а теперь же преображается буквально на глазах. Высаживаем саженцы сосны. Для этого мы специальным инструментом делаем отверстие, чтобы, собственно, саженцы в него поместить. Далее этим же инструментом мы его прижимаем, корни, для лучшего укоренения. Ну и, собственно, благоустраиваем после этого. За 2 года специалисты компании «Т-Плюс» посадили больше 6000 саженцев. Цель международной акции – 27 миллионов. Цифра не случайная, говорит об огромном числе павших героев, отдавших свою жизнь за родину. Для энергетиков процесс не просто обязательная процедура, а дань уважения своим предкам и соотечественникам. Наших героев надо обязательно нужно помнить. Это вообще наша память. Если у человека не осталось памяти, то у него нет будущего. Подобные акции для зеленых легких региона – глоток свежего воздуха. Сад памяти состоит из 2 элементов и помимо патриотической имеет экологическую составляющую. Через 20-30 лет площадка станет полноценной лесополосой, на которой каждая сосна будет хранить память о подвиге советских солдат. Александра Никитина, Александр Кудряшов, «Ул-Правда ТВ».